Муромский городской суд вынес приговор в отношении 38-летнего работника предприятия «Трансгаз». Установлено, что заправщик, действуя умышленно из корыстных побуждений, принял у клиента пустой газовый пропановый баллон. Взамен принятого выдал и самостоятельно погрузил в багажник автомобиля покупателя наполненный газовый баллон емкостью 50 литров, но в неисправном состоянии. В результате при транспортировке баллона произошла утечка и воспламенение газовоздушной смеси. Покупатель получил термические ожоги второй и третьей степени кожи головы, грудной клетки и верхних конечностей. Приговором суда заправщику станции назначено наказание в виде штрафа в 100 000 рублей.